в регионе начались ремонты по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 5 лет в порядок приведут около 2500 километров. В Череповце все контракты с подрядчиками заключены. О том, какие улицы первые в списке, расскажет Екатерина Кузнецова. Северный район Череповца, запрещающие знаки, перекрытые дороги. Так начался ремонт проезжей Пионерской улиц. Покрытие сильно пострадало и за последние годы превратилось в настоящую полосу препятствий. Подъезд у меня, скажем, полгода всегда такая была. По словам дорожников, износ дорожного полотна здесь не менее 80%. Строители будут менять асфальт участками. Сначала от Северного шоссе до улицы Проезжей, затем от Пионерской до Остинской. Замена асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ну, ремонт тротуаров, частично прилегающих, попадающих в зону как раз вот этих двух улиц. Для удобства водителей недоступна только одна полоса улицы, где идут работы. Другая из индустриального района для проезда открыта. Транспорт, в том числе автобусы, идет в объезд по соседним улицам. К началу июля движение планируют полностью открыть. Ремонт проходит в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Аукцион выиграла местная организация «Череповецдорстрой». Сегодня в мэрии состоялось подписание контракта. Все работы, которые по поручению мэра проработаны с ресурсно-снабжающими организациями по синхронизации графиков проведения работ, стоит задача, чтобы все работы на сетях выполнить до производства работ по асфальтированию. То есть вначале выполняем сети, потом, соответственно, идет укладка асфальта. Всего за летний период в Череповце будут приведены в порядок 8 улиц. Помимо проезжей Пионерской, это Городецкая, участок Социалистическая, а также Бардина, Рыбинская, Северное шоссе и Комсомольская. Помимо укладки двух слоев асфальта, рабочим предстоит выровнять колодцы и отремонтировать тротуары, прилегающие к проезжей части. Стоимость контракта более 200 миллионов рублей. Наше предприятие уже достаточно давно выполняет работы по ремонту уличной дорожной сети, имеет большой опыт. Конечно, в БКД мы принимаем участие в первом году, как бы в первый раз. Но я надеюсь, что мы справимся. Все имеется для того, чтобы выполнить все качественно, в срок, в соответствии с программой и в соответствии с контрактами. Срок выполнения всех работ не позднее 1 октября, гарантийный период 4 года. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 года. В Вологодской области в ходе его реализации планируется отремонтировать порядка 2500 километров региональных дорог. Также будут построены, реконструированы и отремонтированы 80 километров дорог в Вологде и более 100 в Череповце и Череповецком районе. Екатерина Кузнецова, Дмитрий Чебыкин, Вести, Вологодская область.